Мне это трудно, но я это сделаю. Мишу сбила машина, когда он катался на велосипеде. Миша подлетел вверх, немного упал на асфальт. А, то есть настолько вот ударило, что он... Он вверх подлетел, да. А велосипед примерно тут, отлетел вот туда, на несколько метров вперед и вправо. Это место стало фатальным для Михаила Ращенко. Несмотря на то, что рядом находится множество кафе и магазинов, правила дорожного движения не уберегли парня от столкновения с белым Мерседесом. Оттуда неслась машина, за рулем которой был гражданин Армении. Сейчас Миша уже 2 месяца находится в реанимации. 16-летний Михаил Ращенко – самый сложный пациент в областной детской больнице, поступивший за этот год. От удара титановая рама Мерседеса прогнулась, а у мальчика множество переломов и черепно-мозговая травма. По словам родителей, на момент ДТП машина принадлежала посольству Армении, но за рулем почему-то находился не сотрудник представительства. Виновная сторона проявляет абсолютно равнодушие и не помогает, не участвует и не интересуется никак. Свидетель рассказывает, после столкновения водитель больше интересовался автомобилем, чем раненым парнем. Дорога была пустая абсолютно, ничего не мешало свернуть влево, там место есть, или просто пытаться объехать. Но машина продолжала ехать вперед, сигналить, и только в последний момент, видимо, начала тормозить. По словам родственников, виновник автокатастрофы уехал в Армению, а машину не арестовали. Интерес к судьбе Миши проявляют только обычные люди и генконсул Армении в Одессе. В своих возможностях я перечислил энное количество денег, и со слов отца я перечислил больше всех. За весь период, что им помогали. Но на то, что рассчитывали родители, наверное... Ни консульство, никто другой не сможет сделать. Врачи обнадеживают, шанс поправиться у 16-летнего Миши есть. Но чтобы вернуться к полноценной жизни, ему придется пройти длительную реабилитацию. Состояние его, конечно, еще остается тяжелое по состоянию центральной нервной системы. И реабилитация – это тот период лечения, который длится месяцами и годами. Первичная реабилитация в Испании должна продлиться около 4 месяцев. Цена здоровья – почти 74 тысячи евро. Это сумма без учета перелета и поддержание жизни в одесской больнице. Я хочу, чтобы он был такой же, как был до момента аварии. Это был и есть, и будет большой, красивый, спортивный, молодой человек, умный, эрудированный. Мы вложили в него всю душу и силы. Это любимец семьи. Мы хотим, чтобы все вернулось так, как было. Ольга Китик, Евгений Чменцев, Юрий Шинкаренко, Думская ТВ.